Приручил летучих мышей навыками дрессуры зверьков. Теперь может похвастаться житель Омска. Вначале мужчина долго гадал, что же за источник странных звуков доносится ночью с улицы. Не мог уснуть. Так вот у него воображение рисовало за окном всякие ужасающие картины. Как оказалось, все-таки он недалек был от истины, хотя причина шума вовсе не мистическая. У него поселилась стая летучих мышей. Мужчина обнаружил целый десяток этих крылатых зверьков, разобрав обшивку балкона. Но он не растерялся, посадил мышей в ведро. Правда, одной из них удалось вырваться на волю. Ну и скоро к ней присоединятся остальные. Ну, мужчина на это надеется и обещает выпустить крылатых с наступлением ночи.